Ребята, я либо сейчас меня где-нибудь кто-нибудь прибьет, либо я все-таки доберусь до какой-то станции, на которую мне показали. Сейчас я где-то между Мидзукавой что-то там и станцией Йокогамы. Интернет не работает, карта не работает. Мне сказали... Извиняюсь, покажу сейчас немножко. Мне сказали на ломаном японском, как нужно идти. И то есть сейчас мне нужно пройти... Ха! Вижу! Вижу! Я не туда пошла уже. Неудивительно. Мне нужно обогнуть теннисный корт. А, ну нормально, все нормально, я пошла. Обогнуть теннисный корт. И мы только придем к этой станции метро. На самом деле я думала, что я смогу нормально добраться сама, пешком. Но, блин, когда отсутствует карта, нужно будет завтра в школе попросить карту, потому что все-таки... Как только Wi-Fi нет, все, она сбивается. И, к сожалению, не походишь. Вот так вот. Поэтому сейчас выключу и постараюсь найти. Это еще безумие страшно. Как ты понимаешь, что мы в нормальной стране, но здесь такая глушь, что кошмар.